Getting the mercy of the Goswamis, under the protection of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and with the Shakti of Lord Nityananda. Srila Prabhupada приехал на Запад по наставлениям своего духовного учителя, как это предсказывал Господь Чайтанья, при помощи благословения шести Госвами, и он является Шакти Авеша Аватарой. So Madhavishu once asked Srila Prabhupada, you're giving us the highest theistic conception, this Radha-Krishna conjugal affair. There's no higher monotheistic conception of God. И Мадхудвиша Прабху однажды спросил, сказал Шри Прабхупаде, вы нам дали самое наивысшее атеистическое учение, которое есть, вот эти вот любовные отношения между Радхой и Кришной. Это самое возвышенное, что есть из монотеистических религий, учений. But how do we have this good fortune? Because we're not born in very good birth. Но как, за счет чего, как мы обрели эту великую удачу? Потому что никто из нас даже не обладает хорошим, благоприятным рождением. So Srila Prabhupada answered by saying, yes, I have given you that good fortune. Now you go and give it to others. И Srila Prabhupada ответил, да, это я тот, кто дал вам эту удачу, подарил вам ее. Теперь вы должны пойти и давать ее другим. So this is the nature of Lord Chaitanya's movement, that everyone can take part. Такова природа движения Господа Чайтаньи. Каждый может в нем участвовать. Even Jagaya Madhai. Даже Jagaya Madhai. So, we're very fortunate we connected with the empowered representative of Krishna. И нам очень повезло, что у нас есть эта связь с уполномоченным представителем Кришны. We should always remember our past, how fallen we were, and how we are dependent on the mercy to maintain ourselves. Мы всегда должны помнить, какими падшими мы были в прошлом и насколько мы зависим от милости, чтобы поддерживать себя должным образом. Then we'll be able to go on with the chanting. Тогда мы с таким настроением сможем продолжать это воспевание. We don't keep ourselves in a humble mood, then we can very easily lose the taste for chanting. И если мы не будем сохранять смиренное настроение, очень легко потерять вкус к воспеванию. And if we don't get a taste for the kirtan, then simply sex life. А если мы не обретем вкус к киртану, то нас будет привлекать только сексуальная жизнь. So everybody experiences sex life as a very high pleasure, but it has a beginning and an end. И у каждого был или есть этот опыт, что сексуальная жизнь это наивысшее наслаждение в материальном мире, но у этого наслаждения есть начало и конец. Bhagavad Gita mentions how spiritual life may be a little difficult in the beginning, but it gets sweeter and sweeter. Бхагавад-гита говорит, что в начале духовная жизнь может быть сложной, немного сложной, но она становится все слаще и слаще. A material life may be very attractive in the beginning, but gradually it turns sour. Но материальная жизнь, она вначале может быть привлекательной, но в конце концов она превращается в что-то невкусное, кислое. So we have to be patient. This is the first qualification Rupa Goswami advises us. И мы должны быть терпеливыми. Рупа Госвами нам так рекомендует. First is actually enthusiasm. Сначала, на самом деле, идет энтузиазм. So I see that most of you have that enthusiasm. Я вижу, что у большинства из вас есть этот энтузиазм. But you have to be patient. Но также нужно быть терпеливыми. We're aspiring for the greatest thing. Мы надеемся получить наивысшее. Our expectation is to see Krishna face to face. Наше ожидание когда-то увидеть Кришну лицом к лицу. So we have to take the process with patience and perseverance, determination. И мы должны принять этот процесс преисполненный терпения и уверенности, настойчивости. Like Dhruva Maharaj, he was so determined, he was going to find God. Например, Друва Махарадж, он был настолько решителен, он был решительно настроен найти Бога. So that determination we also have to have. И у нас также должна быть эта решимость. In other words, Lord Chaitanya is the most magnanimous incarnation. But still, we can't expect His full mercy unless we become serious. Хотя Господь Чайтанья является самым великодушным воплощением Господа, но мы не можем ожидать получить Его милости, если мы не будем достаточно серьезны. So our seriousness will be tested how we can give up the sense gratification. И как же будет испытана наша эта серьезность? Она будет испытана в том, насколько мы готовы отказаться от чувственных наслаждений. Otherwise, the whole world is running after some material advantage. А иначе весь мир только и гонится за какими-то материальными достижениями. But Sanat Goswami, when he came to Lord Chaitanya, Lord Chaitanya embraced him and said, "You have done
what ordinary person can do. И ну, когда Санатана Госвами пришел к Господу Читани, Господь Читани обнял его и сказал: «Ты сделал то, на что не способен обычный человек». You've given up big position. Ты отказался от большого положения. So this is the difficulty. We even there, the man, homeless person in the street, he's proud of his position. В этом сложность. Даже бездомный человек, который живет на улице, гордится своим положением. We have to give up this desire for some so-called comfortable position. И мы должны отказаться от этой надежды, так называемой надежды, получить какое-то комфортное место. И это возможно при помощи общения с преданными. И когда мы понимаем настоящую философию, на самом деле ее понимаем. И какова же истинная философия? Нету удобного, комфортного места в этом мире. Screaming, coming out of the womb of the mother. Мы рождаемся уже в некомфортных условиях, кричим, плачем, мы выходим из чрева матери. And we leave the world uncomfortably at the time of death. И также мы оставляем этот мир во время смерти в некомфортных ситуациях. So a little bit in between, we think, oh, now I'm happy. И иногда между вот этими двумя состояниями нам кажется, что мы немного счастливы. Но на самом деле нет счастья в этом мире. Иногда страдания ослабевают, уходят, и тогда нам кажется, что мы счастливы. Но естественное состояние в этом мире — это страдание. But our nature is joyful. Но наша природа, она полна радости. Therefore, we appreciate the kirtan so much. Поэтому мы настолько ценим киртан. Голока Премадана. Харинама Санкиртана. It's coming from the spiritual world. Это все нисходит из духовного мира. We can experience that if we are a little humble. И мы можем это ощутить, если мы немножко смиренны. This is not an ordinary ball dance or ordinary disco dance or singing. Это не какое-то песнопение или дискотека или бальные танцы. You see, the leaders who are singing so nicely, they're singing with determination. Мы видим, как ведущие киртана замечательно поют, и они преисполнены решимости. This is not some vocal talent they have. Они это не просто какой-то передача голос, где каждый проявляет свои вокальные данности, способности. If they go on some talent show, they may not be considered very popular. То есть, если кто-то из этих ведущих попадет на какую-нибудь передачу, где красиво поют, не факт, что они обретут там популярность. But the devotees appreciate because we feel it's coming from the heart and it touches our heart. Но преданные ценят этих ведущих киртана, потому что они поют очень искренне, и их воспевание от сердца, оно доходит до сердец других преданных. Therefore, Srila Prabhupada used to say, the safest place in the material world is in the kirtan. И поэтому Шрила Прабхупада говорил, что самое безопасное место в материальном мире это киртан. Because kirtan is not in the material world. Потому что киртан он не пребывает в материальном мире. It's coming from the spiritual world. Он приходит из духовного мира. What is that? И Ганакаринама Санкиртана. Yes. This is not time is a conclusion. Таково заключение Наротам Дастакура. It's not ordinary vibration. Это не обычные звуковые вибрации. So we very much appreciated that this festival has been organized so we can all experience the higher taste of kirtan. И мы все очень ценим то, что преданные организовали этот фестиваль, и мы можем испытывать здесь высший вкус в киртане. The organizers are here. Организаторы здесь. We wanted to congratulate them. Мы хотели им поклониться и поблагодарить их. I guess the official opening is tomorrow? It was in the morning. Huh? Yeah. It was in the morning. Right? This morning? Yes. Okay, anybody else wants to speak? Еще кто-то хочет что-то сказать? What time is it? So the night is young. Еще светло. Кто будет петь?
Krishna.